Всем привет! У нас снова обзор продуктов. В общем, я быстренько, чтобы не занимать времени. Так, макароны, конфеты. Я потом назову цены, для того, чтобы сравнить их, кто сравнивает по регионам. Так, шоколадка вот такая, 160 грамм. Батончики бабаевские. Вот такие батончики. Не сильно сладкие. Вместо конфет мы им взяли, а то они уже после Нового года их переели. Так, лимончик один. Заливное. Это нас Сергей на работу с собой берет иногда. Так, фрикадельки. Никит, завтра суп с фрикадельками. Хорошо. Угу. Так, этот огурчик. Вот эту колбасу взяли попробовать. У меня эта съемка уже дубль два. Мелкие стучались в дверь. В общем, я уже не помню, что я говорила, что не говорила. В общем, колбасу мы взяли попробовать вместо той, что берем обычную. Ее нет. Уже какую неделю нет. Взяли вот эту. Так, дальше. Сахар. Или сахарный песок. Кому как удобно. Чай в пакетиках. Утопленники. Топленое молоко, печенье Любятово. Черный хлеб. Отрубной. Но это вместо белого. Растительное масло. Рафинированное. Знаю, что говорят, оно вредное, но мы по-другому не можем. Мы на нем готовим. Так, яйца 2 десятка. Яблоки зеленые. Так, консервы. Из консервов мы берем рыбные, сайра. Обязательно смотрю, чтобы вот выбитое было. Так, еще одна колбаса на завтрак. Потому что утром лень готовить. По-быстренькому бутерброд нарубал и побежали. Так, заливное. Я уже нам говорила. Сергей Витальевич на работу берет. И молоко. Так, пробежалось все, да? Теперь по ценам. Это у нас магазин «Адмирал». У них вот чеки даются интересно так. Вот три чека. То есть там три предпринимателя. Каждый отвечает за свое. Касса номер два. Так, касса была номер два. А вот предприниматели разные. Так, и что у нас тут? Значит, молоко у нас вологодское. Наташечка, привет. Из Вологды. Почти из Вологды. Так, оно у нас почти 45 рублей. А подорожание с тем, что было до Нового года, не очень значительное. Ну, процентов 10, наверное. Вот так. Дальше. Про батончики не могу ничего сказать. Сколько они стоили раньше, потому что это не наш постоянный товар, который мы покупаем. Так, песок Антошка. Антошка подешевел на рубль, наверное, по сравнению с тем, что было до Нового года. Так, яйцо столовое. Ну, в той же цене, скажем так. Макаронные изделия. Это вот эти вот щебекинские. Они в «Адмирале» идут в одну цену с «Макфой», когда по акциям. Раньше были 32-33 рубля, теперь вот почти 40 рублей. То есть подорожание налицо, да? Так, дальше. Сливается немножко. Следующий чек у нас идет. Так, заливное 60 рублей. Так, колбаса. Это тоже Сергей Витальевич какую-то новую взял. Мы ее тоже такую не покупали. Это вот «Великие Луки». Так, цена на колбасу. Так, 127,90 это за батончик. В нем 350 грамм. То есть, значит, нужно умножить на 3 приблизительно. Так, сайра натуральная 54,90. Это по желтому ценнику. Там какая-то акция на них. Но если нет акции, мы тоже берем такую же. Так, масло подсолнечное. То же самое. У них стоит, что как бы скидка. И чай Гринфилд. Тоже стоит, что там скидка. Так, дальше. Огурцы. А с огурцами вот очень интересно. Тристан. До новогодних праздников они были где-то 99 рублей. Цена у них была. Потом начались полторы недели предновогодние. Цена была 139 рублей. А вот за последние три дня до Нового года огурцы стоили 199 рублей.
Те же вот с тем же названием Тристан. Сейчас они снова 139, но так как у нас 3% скидка, то они нам выходят вот 135. Так, лимоны по 115. Ну, на лимоны, если честно, я даже вот и ценники не сравниваю. Потому что мы их берем так, поскольку вот один лимон в чай порезать. Яблоки. Яблоки подорожали процентов, наверное, на 20. По сравнению с тем, что было до Нового года. Так, на батончики Сергей Витальевич взял, потому что сказал дешево, 20 рублей. Дальше, конфеты Адель, 455 рублей. Это не акция, это просто мы брали деткам в подарки, их ложили. И они всем понравились, они напоминают Рафаэлки. И они вот, кстати, вкуснее, чем Рафаэлки. У них нет вот этого противного кокоса, стружки, который не жуется. Здесь чем-то другим посыпано. Ну, вкусно. Если кто-то вот не пробовал, могу порекомендовать вкусные конфеты. Так, мы еще те сладкоежки. Так что шоколад Альпенгольд Макс Фан. Это мы взяли попробовать. Это у нас мальчишки, может быть, уже и пробовали такое. Может, в фикс-прайсе брали. Кстати, к фикс-прайсу у меня тоже предвзятое отношение. Мы туда очень редко бываем. В основном, когда мне нужно какой-то пластик, я туда езжу. Так же, как и светофор. Ну, там коробочки, корзиночки. Так, дальше. Печенье сахарное топленое 55 рублей за пачку. Так, батон у нас стоит 25,60. Хлеб русский 25 рублей. Кинешемский 650 грамм. Вот про хлеб, что хочу сказать. У нас раньше хлеб выпекался на другом заводе. Но со временем этот завод закрыли. Печи все куда дели, я, конечно, не знаю. Но тот хлеб, что выпекался раньше, вот кто Кинешемский, они знают, что это было в районе вокзала. Завод, где выпекался черный хлеб и очень вкусные бублики, посыпанные маком. Тоже они выпекались там. Хлеб настолько был хорош, что многие, кто вот приезжал, они потом знакомых просили привозить нашего хлеба. Знаю, что одна семья отсылала хлеб во Францию своим детям. Переплачивали за доставку, да, чтобы дети покупали. Ну как, там же не купить вот именно наш кинешемский хлеб, чтобы у них он был. Потом из истории наш завод выкупил город старый Оскол. То есть он вроде как кинешемский, но он уже не наш завод. В общем, владеет нами старый Оскол, нашим заводом. Хлеб стал отвратительный, если честно. Вообще не хлеб, он какой-то с примесями непонятными. В общем, или технологии совсем другие, во-первых, да, потому что выпекается он теперь вот на том же заводе, где пекут белый хлеб и всякие торты. Ну и торты, соответственно, тоже. Раньше были они такие вот, ну, вкусные. Это не из-за того, что я была ребенком и мне все было вкусно, нет. Кто вот постарше, они тоже подтвердят, что да, действительно, хлеб стал у нас не очень вкусный на нашем хлебзаводе. Так, ладно, я отвлеклась опять от заданной темы. Так, что у нас еще я не назвала? Фрикадельки. 112 рублей за пачку. В общем, лень нам фрикадельки самим лепить на завтра. Да и нечего, мы там все мясо уже подъели. Нужно ехать купать. Так, я, наверное, на все уже цены назвала. А, яйцо. А, да, на яйцо цена была. Ну, все, наверное. Про хлеб я сказала. Очень грустно, что все закрывается, рушится. У нас очень много заводов закрыто. Вообще, надо бы так вот, знаете, проехаться и показать, что у нас даже вот с нашими детскими садиками случилось. У нас один детский садик под торговым центром. Его выкупил предприниматель. Другой детский садик еще ранее был отдан, и там сделали алмазную фабрику, которая потом закрылась. Я не знаю, сейчас она работает, не работает, но долгое время не работала. По-моему, сейчас она тоже не работает.
Еще один детский садик у нас, там сейчас размещается детский дом, потому что их здание тоже разрушено было. Их перевели вот в бывший детский сад. Так, и что еще у нас? Еще у нас какой-то детский садик. Если я вспомню, я потом скажу. Но вот для такого маленького города даже убрать 3 детских сада — это уже очень много. Это уже очень много. Из новых у нас построили один только детский сад. И то с великим скандалом, с посаженными товарищами. В общем, кому интересно, это все есть в интернете, можете поискать. Эту информацию выложили в интернет. Было и уголовное дело. В общем, все-таки сад с грехом пополам достроили, его открыли. Детки туда ходят. Отзывов не знаю, говорить не буду. С виду очень красивый сад. Так, ну все, наверное. Всем спасибо за отнятое у вас время. Всем пока.